Я видео еще не стал брать, потому что там, там при регистрации я там еще смеюсь. В смысле? А когда? Ну, там. Какая разница? Я же все равно это записал тоже. Или ты хочешь этот момент вырезать? Да, мы можем это все как-то... Так ты все равно можешь сделать, его вырезать. Я думала, он счастлив, а он жжет. Представляете? Ну, как, нет, я не знаю, делают, конечно, все красиво там. Не умирачить от волнения, понимаете? Так кто еще не одевался? Его это... А. Так. Ну а тут ближе ничего нету, во-первых, и я так подозреваю, либо ждать, да, здесь, рядом. Так вот здесь какая-то кнопка есть. Кнопка? Не, что, не кнопка? Кнопка есть, она показывает уровень заряда. Вот. Ну. Ну, он полный сейчас. Он должен автоматически сразу выдавать. Нет? Блин, что за это? Во-во-во, вот сейчас зарядка идет. Рано, что ли, я вышел? Значит, надо было нажать, да? Да, нажать и держать. Странно. С магнитами так остановили, как замуж выходили, не остановили. Я так и знала, я ничего не хотела сказать, что ты не магнитами, но это... А я что-то... Я знала, что тебе их тут будет. Я же ты туда смотрела. Прагматичный человек продвинутый. Это бывает один раз в жизни. Ну, ничего страшного. Так, да, я рассказала. Большинство людей это действительно относится. Один раз в жизни. Как же там платье, там самое лучшее, да, там. Ага, один раз в жизни, потом оно родит, на выписке тоже подъяли, потом магнитов каких-нибудь ненужных, страшных, непонятных. Ну давайте! Ваши эмоциональные дыры. Так за то, чтобы все было хорошо, блин, что вы? Много не лей мне. Там напились еще. Подержи пока еще, там рядом. Вот с ним напиться, я... Подержи рядом с ним стакан. Давай. Знаете, что мне на видео не понравилось на этом? Что? Там лицо у меня такое серое. Когда ты выходила. А, серое лицо. Освещение просто. Ну, цвет можно поменять потом уже, там, по, да, при редактировании видео. Это все да, мелочи. Это можно. Ну, можно его подрезать. Вообще нормальный, хороший фотограф и видеосъемщик делает сразу все хорошо, а не с помощью потом фотошопа. Ну да, мне вот... А за такие деньги с помощью фотошопа будет серое, да? Там серое лицо. В общем, лучше. То есть, иными словами, оператор был из него никакой. Короче, он пусть за полцены нам отдаст видео, я потому что оно ужасное. А за остальную полцены мы сами его отредактируем. Тогда можно использовать то, что я снял. Но оно все равно такое. У нас есть свое, мы его смонтируем и сделаем намного лучше. Бутылку надо разбить нам. Нет, я на видео, на видео снимала телефон, и она это. И можно будет видео смонтировать с фотками, все вместе, и очень даже будет. Потом сюда устроимся с тобой. Да, хорошо, живая. Надо было все-таки было песню заказывать. Но только ты, рыба моя мечты. Я уверена, не буду. Я чуть не умерла. Возьми тоже, подожди, вот держишь бутылку, возьми тоже бутылку, только там тебе кольцо. Ну, чтобы ваше два кольца будет. Ты свою карту. Наливаем. Кольцо не налазит. Постановочные фото. То есть будут фото, вы знаете, как их снимали. Ну, давайте, поздравляем вас. Поздравляем вас. Ура! Ура! Нет, это... Горько! Я рассказала, давай. Давайте, сюда. Горько! 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 Горько!
вино. Прикольно. Акции. У нас эконом-класс. Эконом, да. Нет, даже у нас в Азбуку они ходят и смотрят, где, извини меня, скидочка. А если 15% нечаянно на кассе не сделали, в этом видео мы будем все это говорить. Почему? Почему? У нас кризис, у нас свадьба самый кризис. Даже не знаю, как у нас такая. Нет, просто был выбор, да? Ну, а на парте, да? Можно было за такие же деньги купить на российское шампанское. Да, просто не играл. Был в парте. Нормальный коньяк. Вчера мы играли коньяк вечером. Да, мы по поводу еще пьяные с вчерашними людьми. Да, поэтому мы подживились. Мы выпили одну рюмочку. Маме подъехали. По скайпу не сделали конференцию. Какую конференцию? Ну, мы хотели такую. Чей-то. Чей-то. Не запорожный. Ну, чей-то, может быть, это просто кто-то. Ну, я зашла в него, там какой-то... Я телефон к нему подключился. Ну, в общем, мы могли бы сделать скайп-конференцию, транслировать это в режиме реального времени. Когда? Что? Свадьбу? Сегодня. Сейчас? Телефона могли бы. Потому что мы до этого, когда были, там не ловим телефон. Да, ну мы перед этим заходили. Ну, по идее, могли бы, да. Чего можно? Ну, там сказали, что связь ловит плохо, поэтому вряд ли что-то получится. Вот, и все это надо делать быстро, и так далее, и так далее. Поэтому алло. Сегодня... Поздравляю вас. Ваш сын опять же. Ой. Мы еще не раз на друг друга наступим. Да. Спасибо. Ну и около ЗАГСа еще стоим. Потому что у нас больше берет сильно. Вот мы стоим как вещи. Сейчас пойдем куда-нибудь. Да, отлично. Все хорошо. Химичили там, мне кажется, наоборот, там рука спустились вместо того, чтобы рассеять. Тесто, если бы они не химичили, было бы то же самое? Всегда есть такая штука. Когда обрабатывают облака, они ну, как бы развеиваются, а потом после этого через на следующий день сильный ливень. Они либо вчера, да, и вся, наверное, и сегодня, поэтому тоже сильно понимаю. Я почему говорю, вода, да, она никогда не ливается, либо она должна упасть на себя, вот, но ветер. Мне казалось, что это как раз обработка, которую сделали. А ну, мне кажется, да, вчера вот солнце выше, я думаю, он все сделает. Может, я считаю. Влажность 100%. Видно, что 100% там все льется. Так. Можно? Давайте, я поснимаю. Меня? Давай, какие твои ощущения, какие мысли? Что ты думаешь насчет всего происхождения? Зачем мне об этом думать? Зачем вообще думать? Это вредно. Вот там дождь идет. Думать не вредно, думать полезно. Ну, иногда, да. Вот здесь мост. Думай, все, твоя свобода закончилась. Нет, я это точно не так не думаю. Человек по определению всегда свободен. Это состояние души скорее, чем какой-то это юридический момент. Даже в тюрьме можно сидеть и считать себя свободным. Что изменилось? Я чувствую, что... Представление о будущем есть, как сказать. Я думаю, у Маши теперь будет, как сказать, не будет поводов там... нервничать или что-нибудь еще. Общем, да. То есть она будет теперь уверена в светлом да. будущем. Да, 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 появляется уверенность. Даже ощущение. Так же, как договор. То есть, когда с человеком договариваешься, ты не можешь предугадать, что будет в будущем. Это лишь дает ощущение уверенности, да? Но это не дает никаких гарантий. Дальше проверяется только на практике.
Ну и дальше начинается жизнь. Продолжается и как угодно. Вот фотосессия. Будешь ее целовать. Ярослава, тебе она больше всех идет. Особенно черная. С белой ты тоже ничего смотришь, я. Чего же верю? Если бы я не хотел, я бы не сдал. Спрашивай, не жалеет. Он наверное пошел по-моему. Маша похоже ждала, там, наверное, месяц. Да. Ну, это не скажу, я выдержу. Как девочка не мощная. Это начало так. Представляешь, когда будет беременность. Эти стельки тебе покажутся просто так вот. Так я и думаю, что с этим делать. Да ладно, все. Маме отправлять. Это 9 месяцев. Девочкам, которые не замужем. Оля, секрет? Оля, я с тобой дружу. Это нельзя на видео. Это нельзя. Почему это нельзя? Нельзя в YouTube. Это надо показывать я родителям. Просто будущий, я просто будущий президент. Это нельзя такое. Нет, нет, нельзя. В архив надо оставить. На всякий случай.